Норильском снова потекли багровые реки. Северяне начали выкладывать фото и видео в сеть, а экс-сотрудник местного Росприроднадзора Василий Рябинин выехал на место и снял видео на фоне покрасневшей реки Далдыкан. Я не обманываю вас, мы сейчас находимся на левом берегу реки Далдыкан. Дорогие ученые, если вы хотите проверить действительно состояние экосистемы, вы просто позвоните, я вам покажу, где проверять. Эколог связывает подкрашенную воду с выбросами от металлургического завода и считает, что красный цвет реки не менялся с момента аварии на ТЭЦ-3, которая произошла 2 года назад. Тогда из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн солярки. Сейчас в пресс-службе заполярного филиала Нурникеля рассказали, что на место выехали экологи, но окрашивания не обнаружили. Мутнение объяснили сезонным размывом береговых грунтов. Это не первый раз, когда вода в реке Далдыкан меняет цвет. Это было в 2021 и в 2016. Тогда эксперты сообщали, причины могут быть разными. От повышения содержания солей железа в воде до его естественного вымывания. Но природные факторы якобы не могли привести к такой насыщенной окраске.